Марат Башаров вышел в свет с новой возлюбленной. Актер привел избранницу на премьеру фильма «Русский крест». Больше года он скрывал роман с актрисой Анастасией Борисовой. После череды громких разводов артист не спешил сообщать поклонникам о новых отношениях. Лишь недавно 48-летний Башаров признался, что они с возлюбленной съехались и живут под одной крышей. Марат впервые вывел Анастасию в свет. Они появились в кинотеатре в отличном настроении. Если Башаров предпочел скрыть глаза за темными очками и старался не привлекать к себе внимания, то его спутница с удовольствием улыбалась фотографам и отвечала на вопросы журналистов. Анастасия на 13 лет моложе Башарова. Актриса окончила РАТИ ГИТИС, вышла замуж, но развелась. Сейчас Ася одна воспитывает сына. 36-летняя актриса снимается в сериалах. Она засветилась в проектах «Склифосовский» и «Глухарь».